Живой и здоровый. Около 3 лет родные Сергея Иванова оплакивали пропавшего без вести сына, а полицейские все это время искали убийц парня. И лишь по случайности стало известно, что мужчина живет неподалеку. Парень женат и живет счастливо в браке. К слову, история с пропажей жителя Караганды началась 3 года назад. 30-летний Сергей Иванов пропал вместе с отцовской машиной в августе 2009 года. По данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Проведенные оперативно-розыскные мероприятия результата не давали. Однако спустя полгода был обнаружен автомобиль, на котором Сергей Иванов уехал из дома и так и не вернулся. Новый владелец Volkswagen стал главным подозреваемым в деле о похищении человека. В ходе следствия выяснилось, что машину мужчина купил у пропавшего без вести Сергея Иванова, и сделка была оформлена по всем правилам. Тогда у полицейских возникла версия о том, что кто-то позарился на деньги парня и убил его. Так у родителей появились основания похоронить сына хотя бы заочно. Никто уже и не надеялся увидеть его в живых. Но счастье случилось, и Сергей вернулся домой к родителям живой, здоровой и счастливой семьей.